Ух ты, и снова я, Александр Кривоват, печенье. Ребятка, лилия, а на ней капельки росы. Наверное, не будет видно, а может. А может быть видно росу на лилии. Обалдеть. Как не снять такую красоту? А вот еще одна лилия. Она мне. Тоже роса. Ну ж как, днем тепло, а вечером прохладно. Вот и выступает роса. Сейчас еще одна. Обалдеть. Обалдеть. Ярко-желтые лилии. Обалдеть. Я снимать не хотел, а потом думаю, да сниму коротенький ролик. Да, для всего надо желание. Сейчас еще. Так. Обалдеть. Обалдеть. Обалдеть.
И такие лилии красавицы. Ой-ой-ой. Ай, ай, красавица. И такая лилия. Вон, а он и шуманка. Один тоже по сути, я еще начинал тогда. Ой, Лили.
крокусы цветут полным ходом. Пчелки работают. Ну все, ребятки, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривова, печенеги. Пока-пока.